Специалисты управления муниципального контроля за 8 месяцев текущего года обследовали порядка 196 объектов капитального строительства. Их основная цель – выявить нарушения градостроительного законодательства. К проверкам привлекают представителей МВД. Правоохранителям направляют информацию о лицах, осуществляющих незаконные действия в сфере строительства. Кроме того, направляются запросы о наличии зарегистрированных прав на объекты недвижимости, а также наличие зарегистрированных деклараций на начало проведения строительных работ и декларация готовности объектов к эксплуатации. Государственный комитет по государственной регистрации кадастру Республики Крым в ГУП Крым БТИ, службу государственного строительного надзора. При рассмотрении обращений, направленных в администрацию города с целью проверки фактов наличия нарушений градостроительного законодательства, сотрудниками управления осуществляются с выходом на место контрольные осмотры всех объектов строительства. Наталья Турченко также отметила, по итогам работы в отношении недобросовестных застройщиков было составлено 73 протокола об административном правонарушении. Из них 35 за строительство жилых домов и 38 за реконструкцию квартир с увеличением этажности. По результатам службы Госстройнадзора Крыма 47 застройщиков признаны виновными. Общая сумма штрафа, которую должны выплатить нарушители, порядка 200 тысяч рублей. По 27 у нас было вынесено вопросы на комиссию о сносе, значит, 11 было снесено, остальные вопросы, ну еще там в течение трех периодов не вышел, в течение трех месяцев. Короче, дается. 11 да, на сегодняшний момент да. Вторая не менее важная тема на обсуждении городских властей – санитарная очистка Симферополя. Как сообщил заместитель главы столичной администрации Кирилл Скороходов, за прошедшую неделю на улицах города убрали 8 аварийных деревьев, ликвидировали столько же очагов амброзии, вывезли более 2000 тонн твердых бытовых отходов, а также поймали 112 бродячих собак. В ближайших планах – очистка русла реки Салгир. Помимо этого, в городе активно продолжается работа по ремонту асфальтобетонного покрытия. В настоящий момент выполнено порядка 30 тысяч квадратных метров ремонта. Это улица Балакона, улица Первомайская, это поселок Аграрная, это такие животрепещущие точки. В настоящий момент подготовлены для укладки асфальтобетонного покрытия улица 51-й армии, улица маршала Жукова. То есть системную работу ведем, все идет в соответствии с разработанными графиками. Самое главное, график вами обнародован. График окончательный в связи с изменением сроков торгов будет обнародован сегодня. Кирилл Скороходов также добавил, подготовка к осенне-зимнему периоду в Симферополе идет согласно всем графикам. Отставание в 1-2% администрация считает незначительным, однако существуют риски в подготовке многоквартирных домов, которые управляются товариществами и жилищно-строительными кооперативами. Егор Зайцев, Мэри Бадунц, Александр Рыбин, служба новостей ИТВ.